Жаданні павінны выконвацца, упэўнены валанцёры абласной арганізацыі Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Перад навагоднімі святамі яны арганізавалі дабрачынную акцыю «Ёлка жаданняў» для юных брастаўчан, хворых на анкалогію. Вынікі акцыі падвялі напярэдадні дзецям, уручылі падарункі. На святі пабывала Людміла Салдзіна. У новогодние святы цудов чакают усе. Детям, хворым на онкологию, здесь не жаданні. У гэтые дни допомогли волонтеры руху «Доброе сердце» областной организации БРСМ и «Лясная прыгажуня». У областным грамадско-культурным центре незвычайная елка, а елка жаданняў. Ровно месяц тому, подчас проведения акции «Усе фарбы життя для тебе», на ее заявились 15 вось таких червоных рукавишек. Внутри кожной лист от дитяти с пожаданнями. Сегодня усе яны будут выкананы. Жаданні у дзяцей былі самыя розныя. Мячы і спартыўная форма, планшеты і тэлефоны, канструктары і наборы для творчасці. Юны артыст, удзельнік шматлікіх рэспубліканскіх песенных конкурсаў і праекта Ілья Шпак, марыў пра чахол для сяброўкі гітары. Увлекаюсь музыкай, я граю на 4 інструментах, увлекаюсь вакалам. Граю я на фортепіано, на віолончелі, на ударных інструментах і на гітарі. Я очень хотел чехол, чтобы я мог приносить в музыкальную школу мою гітару і заниматься на ней. А вот Вероника Семянюк пожадала отримать подарунок не столько для себе, кольки для своей любимицы. Я заказала домик для моей Багиры, у нее нет домика. Это моя кошка, она британской породы. Она такая серая, хорошая, она мне помогает. Самое ж незвычайное ожидание было у 18-годовой Ганны Ляукович. Дзяўчына вельми любит творчесть актера Сергея Безрукова и попросила на Новый год паштовку за аутографом кумира. Жаданне здейснилось. И больше того, актер дослал Ганне и диск со своими киностушками. Мне стихи нравятся, и песни тоже. Особенно мне фильм очень нравится. Я их обожаю. Я очень счастлива. Я мне себя отрадую. У роли добрых чараўнікоў, якія здзейснілі мары дзяцей, выступілі валанцёры БРСМ сумесна з нераўнадушнымі людзьмі з самых розных арганізацый. Мы дали клич практически по всей Брестской области, вышли на контактами на того же самого Сергея Безрукова. И практически из 15 желаний, которые загадали, при помощи наших спонсоров, наших неравнодушных людей, которые у нас в Брестской области очень много, и среди молодежи, среди руководства, мы воплотили практически все желания. Мы выступали как партнеры этой акции, мы всегда поддерживаем Республиканский союз молодежи, они делают хорошее дело. Мы обращались к работникам Главного управления идеологической работы культуры и правил молодежи, к Национальному комитету олимпийскому, обращались к Детскому фонду мира, комитету судебных экспертиз. И всем, кому не заходили, они все помогали. Рабіць добро просто. Головное – взяться за справу с душой и усім разом. И цуды обовязково здараться. Ну а самое заповедное ожидание во всех этих детей – гучить однольково. Здоровье. Потому что здоровье – это очень важно. Загаданное под елкой ожидание у яно обовязково повинно здесьница. Людмила Салзина, Сергей Мацвейчук, телерадиокомпания «Брест».